Здравствуйте, любители шашек! Сегодня рассмотрим один из самых оригинальных ударов в русские шашки под названием трап. Назвали его так, потому что он очень похож на корабельный трап. Для трапа характерен перевод шашки соперника в финальную цепь при помощи другой его шашки, стоящей на пути этого удара. Давайте рассмотрим это на примерах.